Всем привет, друзья мои! Наконец-то мы со Шлимом на набережной одни. Вы понимаете, одни. Пьем пиво. Баварское пиво. Скидки на пиво. 10 лир. 9 лир. 9 лир. 9 лар. Господи, все время путаюсь день. Так что мы отдыхаем. Посмотрите, какой красивый. Молния сверкает где-то. Ну, думаю, что не будет. Должно пахнуть. Дождик не пойдет. А сейчас посмотрим, что здесь продают. Очень интересно. Вино, как всегда, вы видите. Да вот и я. Украшения различные. Моющие средства, какие-то гели, наверное. Ну вот такая вот ярмарка. Смотрите, какой вид красивый. Это парк. Красота. Как я рада, что я здесь нахожусь. Машки мой. Какой рад, как рад. Друзья мои, мечтайте, мечты сбываются, цели достигаются. Сегодня я была сегодня здесь, вчера я была там, а завтра я буду в другом месте с моим мужем. Следите за моими сторис. Anlaşam. Ya sen ne kadar merhametli adamsın diyor bana. Ya dedim ne yapayım dayanamıyorum bunlara dedim. Ya. Biliyorum ben onu. Ben seninle birlikte şimdi. Bunu da içiyorum. O 3 fırt ya. İtiyor. Bu farklı. Как красиво. Мой любимый Батуми. Там сени ерги сейчас купрать. Ой, как зря, что мы покушали дома, наелись. Какие танцы-шманцы. Ахали Геми ресторан. Раньше здесь было, а сейчас перешли туда классно. Кеделик еще. Кеделик, эвет. Магазин подарков. Шунлар я не олдым. Шунлардан алым аш. Шапка. Шунлар. Bu ne? Ah, saat ne be? Вот где мы находимся. Смотрите, куда мы пришли. Башня алфавита. Наверху было раньше телевидение. Частное телевидение. А сейчас, не знаю, есть. Господи, как же оно называлось. А здесь очень красивый пляж. Бородачок гюзель пляж. Ашкым. Темис. Ама Темис. Красивый пляж. Ой, боже мой, я в Батуми. Ой, это... Мы Батуми, друзья. Чок сюда пишете. Bak. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Kuda prişli mi aşkım? Her sene burada. Ali bir yere gitmiyor. Kali prişli. Bayağı ne isim söyle. Orada var mı bir baksın? Yok. Herhalde kola. Такие аппараты тоже есть, вода. Суйки лари. Кола вар. Все есть. Как красиво.
Донер, донер, ашким донер давай. Посмотрите, как красиво здесь. Видите? А яхточки какие красивые. Такой вечерний батон у нас. Смотрите, куда мы пришли. Мы сегодня перевыполнили план. План не обтыкашки. Чужик сатлык мен, что? Красота какая. Пешкита. Порцияны колбасы. Burası çok güzel. Çok хорошо. Değil mi aşkım? Мы снимали видео для Инстаграм из соцсетей, сторис. И Мари говорит, давай на Ютуб нашим зрителям тоже, чтобы остались воспоминания о том, как мы живем, чем мы занимаемся. Вот на Деме, посмотрите, какой он красавчик в Атоме. Это кто такой? Решили сегодня пойти на море. Погода замечательная. Облачное было с утра, потом решили пойти на море. Мама варит борщи, а мы надо чем-то развлечься. Я поработала чуть-чуть, вот и идем сейчас гулять. Посмотрим, какое море. Я прямо вся в предвкушении. В том году мне не удалось искупаться. Так что и вам покажу наше путешествие. Какой красивый вид днем. Кстати, это аквариум. Сколько стоят эти, интересно, на рукавнике? Дельфинариум. Ашким с сырмочкой, как всегда. Так. Сейчас спросили, сколько стоит на рукавнике 10 лари. Но знаете что, хотела купить, ашки мне не дал. Море уже заканчивается, мы-то придем, покупаемся. И... Нет необходимости. Амашкин, бурада сураджаксник. Сколько стоит прокат это, Рахлис? Мадлоба. Ашкин. Ермилари ода. Фиат. Электрик. Ярым сад. И сад элил. А это? Кырк. Вот. О, гюзель, вовил. Без секрет, лязин чалышмак. Эве, это о гюзель, ашкин. Дирьмы? Вот такое. Gerçekten bir gün böyle yapacağız da çocuklar için. Вот мы сядем сюда с вами потом. А, не, это маленький. Так, вот мы пришли на наше море. Смотрите. Шезлонки, все есть, но... Господи, не верится, что я в Батуми. Какая красота. Тут тоже есть, видите, речка-вонючка, которая выходит с парка озера. Деми очень много разговаривает. Ты тоже. Ну я же видео снимаю. Так замечательно у нас. Какие замечательные кадры. Как не сфотографировать? Мы в Батуми, без кругов сегодня. Посмотрим, как вода. Может, школа скоро начинается. Вдруг погода изменится. Видите, как красиво. Видите? Строится Батуми. Красота. Пошла я тоже купаться. Ходить не могут совсем.
Такие сладенькие, они двигаться не могут. Увидели в море большую медузу, и все, выбежали все из воды, боятся. Стоять не могут. Какие они сладкие. Ашки, надеешься. Да можно я еще сам говорю. Меня дерзая кардала, он нормально. Чуки. Не дерзая. Харкес более я пью на Ашки. Чука орпи, а я не сам. Были я по час, Ашки. Алладжа сен кузелька аяка. Так сен эль япты банадюн. Аяка бы спор. Буя. Чик карты бенде алмадым. Посмотрите, что я купила. В очень интересном магазине. Такой в Турции нету. Стоит около 10 лар каждая. По-моему, это 10 лар. Это 7. Спрей для волос, защита и питание. Вот такая вот мне мицеллярную воду предложили. Такая тяжелая маска для волос. Вот такую маску для волос я купила. Она, знаете, какая? Смотрите, почитаем. Питательная бальзам-маска с маслом оливы. Открой, Мари. Ну и ватные эти 2,50 стоят, кажется. Вот, открой, Мари. Алар 50. Смотрите, какая огромная она. Тут, наверное, килограмм целый. Мне сколько хватит. Вот. А пахнет я. Сейчас мама пойду дорогая мыть голову. Вот. Мне очень понравилось. Там еще щипчики, кусачки мне понравились. Возьму обязательно. Вот. Повезу с Батуми. Такого нет в Турции.